штрафные броски, но слишком близко к эпизоду находился Борис Шульга и прочитал эту ситуацию абсолютно правильно. Чемякин вернулся вместо Трэвиса Питерсона на заключительное мгновение этой четверти. Наброс на Куксикса! И что здесь? Фол! Если я не ошибаюсь, штрафные броски будет выполнять Рихард Куксикс. Ну, видимо, придется повременить немножко девушкам из группы поддержки Гудивельника. Ну, позволяют выйти болельщикам на площадку и устроить очередной Гангам Стайл. А тем временем выполняет Рихард Скуксикс штрафные броски. Ну, такого я еще не видел. Не мешает ему эта танцевальная феерия за спиной. Куксикс точен с линии 72-47. Плюс 25. Это не максимальное лидерство киевской команды. Было и плюс 32. Но, тем не менее, лидерство, которое позволяет со спокойным сердцем, спокойной душой выходить на заключительную 10-минутку киевской команде.